Всем привет! Выбрали лот по муниципальным торгам по адресу Севастопольский проспект, дом 43, корпус 3. Милая бабушка, играли ей в течение полугода, вроде практически стала нашей хорошей знакомой, были доверительные отношения, соответственно, договор заключен не был. И эта милая бабушка, так скажем, после того, как мы отработали, денежку нам и не отдала. Хотя у нее, в общем-то, была 50% скидка. Спасибо, Наталья, за лишний урок. Будем иметь в виду, потому что на данный момент нет договора и даже по факту нечего просудить. Ребята, учитесь на наших ошибках. Заключайте всегда грамотный договор, тем более они прослуживаются в суде.